Всем привет! Канал «Вокруг мира». И хочу сделать сегодня обзор на мощную, хорошую, качественную колонку NBI 5510. У меня в черном цвете она. Это Soft Touch пластик, по-моему, довольно-таки хороший. И колонка немного улучшена. Чем улучшил, потом расскажу. Здесь у нас посередине басовая диафрагма, или как оно называется. В общем, басовый этот, не динамик, а вставка басовая. Два динамика по бокам. Общая мощность колонки, по-моему, 20 ватт, насколько я помню. Или 15, ну вроде 20. Сверху кнопки управления, кстати, что далеко не на каждой колонке есть. Здесь включение-выключение и ответ на звонок. Это переключение режимов, перемотка назад, перемотка вперед, уменьшение громкости, добавление громкости. И три индикатора. Здесь заряд батареи показывается и еще что-то, не помню. Сзади у нас USB выход для флешки, микро USB для зарядки колонки, микро SD карта и AUX выход. Ну, думаю, видно хорошо. Здесь сзади ничего нету. Многие думают, что тут тоже басовый этот диафрагма стоит. Здесь нету ничего. Это нижний вид. Питание 5 вольт, 1 ампер. Это 52 миллиметра спикер. Это диаметр динамиков. Ну вот. В общем, так. Навес очень тяжелый. Но я расскажу, почему она такой стала. А все потому, что все в ней хорошо. Тут есть даже радио. То есть, подключаем в AUX кабель. И он вместо антенны работает. Радио ловит хорошо здесь. А весистая она стала, потому что здесь была батарея, и это главный минус этой колонки. Батарея тут была на 1200 ампер всего лишь. И хватало ее, если почти на всю громкость слушать, ну, буквально на часа полтора, наверное, все. Мне это не понравилось, и в итоге добавил сюда батарею, и сейчас она 6400 ампер у меня. Вернее, две батареи, 18650. Разбирал, заменил, все отлично работает, очень долго играет, даже полностью не выслушал, насколько хватило. Но слушал, по-моему, часов 8, так точно. Звук шикарный, очень большой бас в колонке и, ну, мощная. Для такого размера она мощная. Чистый, басовый, качественный звук. Это честный обзор, врать мне незачем. Вообще, как по мне, во многих колонках вот нету даже нескольких кнопок перемотки назад трека, перемотки вперед трека. Это очень большой минус. Только звук есть и переключение режимов, и включение-выключение, и все. Здесь есть все. Ну, правда, не все. Могли бы еще эквалайзер сюда добавить. Я не понимаю, почему сейчас во многих колонках его не встретить. Хотя могли бы. Ну, ладно, неважно. Это я уже придираюсь. А так, ну, идеальное. Просто я говорю, у кого есть такая, добавьте батарейки 18650, ну, чтобы одна была батарейка не менее 3000 ампер. Две штуки поставьте, и будет вообще шикарно. Они сюда становятся без проблем. Ну, естественно, придется помучиться немного, там, расковырять корпус, там, подсоединить все. Ну, думаю, ничего сложного. Ну, включим. Это звук приветствия. Bluetooth mode.
Bluetooth включается сам сразу, но мы поставим флешку USB. Play by USB drive. Шикарный, очень громкий, басовый, чистый. Кто хочет купить, приобретайте, не пожалейте. Ну, как говорю, не забудьте поменять батареи сразу. Потому что, ну, час музыки всего лишь, это ни о чем. А так все шикарно. Всем советую, отличная колонка, звук чистый, тут, по-моему, даже установлен какой-то специальный чип, качественный, на усилителе. В общем, такая вот колоночка для отдыха на природу вообще шикарно будет. Ну все, всем спасибо за просмотр.